Концерты, дебаты, мастер-классы, поэтические мероприятия, художественные выставки, кинопоказы. Все эти мероприятия входят в программу Европейского фестиваля толерантности «Imagine», который представительство Евросоюза в Азербайджане впервые проводит онлайн. Он продолжится до 15 мая. В рамках фестиваля уже состоялись культурные мероприятия, в числе которых специальная программа «Одна песня для Баку». За время проведения фестиваля в Азербайджане многие зарубежные музыканты нашли здесь друзей, стали появляться дуэты с местными музыкантами, начали сотрудничать местные и зарубежные фотографы. Этот фестиваль строит мосты между представителями различных культур и национальностей. Фестиваль Imagine расширяет культурный диалог с азербайджанцами. Как считают организаторы, он является олицетворением взаимопонимания и солидарности. В ходе виртуальных мероприятий особое внимание привлекают и работы, сделанные фотографами в различных уголках Европы и Азербайджана. Я считаю, что проведение фестиваля онлайн было хорошей идеей и помогло нам проявить солидарность с азербайджанским народом. Мы высоко ценим наши связи с азербайджанцами, которые нам удалось еще больше развить за последние 4 года. За эти годы фестиваль стал более ярким. Следить за ходом фестиваля можно посредством веб-сайта euroimagine.as и официальной страницы фестиваля в Фейсбуке. Исмира Алиева, CBC.